Что делать прямо сейчас, если вас пока не призвали учиться? Вашим жизненным кредом должно стать: каждый день вы должны становиться лучше. То есть ваша жизнь: я становлюсь лучше каждый день. Перефразируйте как угодно. Я должен что-то узнать новое, я должен чему-то научиться новому, я должен отжаться на один раз больше, я должен пробежать на 100 метров больше. Каждый день. Каждый день. Не должно ни одного дня пройти впустую. Каждый день вы должны прочитать новую главу боевого устава. Каждый день вы должны, блядь, научиться рисовать карточку огня. Каждый день вы должны заняться физической подготовкой. Каждый день вы должны накинуть на себя турникет. Каждый день вы должны изучить ТТХ оружие. Каждый день вы должны прочитать, какие у него есть, хотя бы в теории, блядь, прочитать про это. При этом не надо прыгать выше головы. У нас сейчас модная тема – это арт-корректировка и авианаводка. И у нас все, блядь, теперь арт-корректировщики и все авианаводчики. Так не бывает, ребят. Если вы по ВУСу боец, если вы нигде никогда не служили, если вы вообще с трудом понимаете, что такое пушка, блядь, и не знаете, чем отличается пушка от гаубицы, не надо изучать авианаводку в интернете, блядь. Займитесь более приземленными вещами. Это физическая подготовка, военно-медицинская подготовка и огневая подготовка, теория огневой подготовки. Что такое траектория? Что такое ближний и дальний ноль? Почему надо прицел приводить коллиматорный по ближнему дальнему нолю? Почему, если ты пристрелял коллиматорный прицел на 100 метров в ноль, ты долбоеб, блядь? Почему ты долбоеб, блядь? Чем отличается тепловизор от ночника, блядь, к примеру? И это вы должны делать каждый день. Каждый день вы должны становиться лучше применительно к вашей физической форме и применительно к вашему багажу знаний, который у вас есть. Есть гражданское оружие, тренируйтесь с гражданским оружием по манипуляциям с гражданским оружием. Нет гражданского оружия, не тренируйтесь. Возьмите лопату, пойдите в сарай у деда или у бабушки, блядь. Выйдите за огород, блядь. Откройте, блядь, боевой устав. По-моему, даже... Да. Откройте боевой устав. И боевой устав сухопутных войск. Он есть в сети. Боевой устав сухопутных войск, часть 3. Откройте боевой устав сухопутных войск в сети. Найдите, ну вот у меня в данном случае, я сейчас скажу, какая страница. Откройте страницу 622. На странице 622 нарисован окопля стрельбы лежа. Посмотрите его габаритные размеры и выкопайте такой же. На завтра еще один раз, на послезавтра и так копайте, блядь, каждый день, пока не призовут. Не призовут, слава богу, призовут, будете уметь копать окоп. Уясните, как окоп для стрельбы лежа преобразуется в окоп для стрельбы с колена и стоя, и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что вы можете делать прямо сейчас, и поверьте, блядь, это охуенно важная тема, блядь, инженерное оборудование позиций. Любой человек, любой... Как сказать, советы давать, как себя вести на войне, может, тот, кто был на войне. Но любой, кто был на войне, скажет, что надо копать, нахуй. Я уверен на 100%. Надо уметь копать. Для этого не надо, блядь, идти на курсы какие-то, где вас... Просто надо скачать из интернета боевой устав и посмотреть, блядь, габаритные размеры окопа для стрельбы лежа. И попробовать, блядь, его выкопать, пойти. Понять, что это вообще такое. А еще немаловажный момент для справки. Окоп для стрельбы лежа очень часто копается в положении лежа. То есть ты лежишь и копаешь. То есть когда вы его научитесь копать стоя, надо попробовать его копать лежа. Получится у вас или нет? Просто понять, что это такое. Ты скажешь, вот ты пиздишь, а что ты сам делал сегодня? Вот я сегодня, например, осваивал ПТУР. Не каждый может себе позволить обсваивать. Я не стрелял с него, я только его приводил в боеположение, там, учился там, на направляющий ставить ракету там, и так далее. Не каждый может себе это позволить, но не каждому это надо. Вы займитесь, то есть если вы не знаете, как разбирается автомат, грубо говоря, да, и как, что такое траектория и основную таблицу стрельбы для автомата, и почему если у вас до цели дальность 250, почему лучше ставить прицел 3 и брать под обрез, например, да, грудная фигура на 250 метрах, почему вам надо поставить 3 и брать под обрез? Если вы не можете на этот вопрос ответить, то вам не надо ПТУР, блядь, учить, вам надо, короче, НСД читать. НСД тоже есть в интернете, для этого не надо идти ни на какие курсы. Это вот что вам делать прямо сейчас? Повторяю еще раз. Девизом каждого мальчика, говоря про мальчика, я не имею в виду возраст, говоря мальчика, я имею в виду писю. Если у вас есть пися, ну, понятно, то есть вот если у вас есть пися, то вы, соответственно, ваш девиз должен стать: каждый день я становлюсь лучше физически, и каждый день я становлюсь лучше по багажу знаний и по новым умениям или навыкам.
Отрабатывайте наложение жгута посреди там квартиры, падайте лежа, отползайте за диван, мотайте жгут. Вы это думаете смешно, блядь, ну смейтесь. Да раз смешно, но почему-то нихуя не смешно. Надеюсь, я все советы мобилизованным и тем, кто может быть мобилизованный, дал. Идем дальше. Значит, как я уже говорил, эта мобилизация первая в России, и в Советском Союзе она первая.